Кто это? А ты кто такой? Я здешний лесник. Мерсенев. А, знаю. А домой едете? Домой, да видишь, гроза какая. Да, гроза. Не скоро пройдет. Что делать? Я, пожалуй, вас к себе проведу. Сделай милость. Извольте сидеть. Барин, а я ваши дрожки под навес поставлю. Ты разве одна здесь? Одна. Ты Лесникова дочь? Лесникова. Гроза проходит. Коли прикажете, барин, я вас из лесу провожу. Это зачем? В лесу шалят. У кобыльего верху дерево рубит. А что, отсюда слышно? Со двора слышно. Хочешь, я с тобой пойду? Ладно. Тогда мы его духом поймаем. Слышь? Слышите? Где? Где? Поворачивайся, ворона. Топорик-то, топорик-то возьмите. Я бы для вашей милости его чуланчик запер. Да вот засов. Оставь его. Премного благодарен тебе. Тебя как зовут? Помой. По прозвищу Бирюк. Бирюк. Ах, Бирюк. Слышал, слышал. Ты, говорят, никому спуску не даешь. Должность свою справляю. А ли у тебя хозяйки нет? Нет. Умерла, значит? Нет, да, умерла. С
прохожим мещанином сбежала. Как тебя зовут? Улита. Самовар бы поставил, да чая нет. Скажи, а ворона у тебя в избе живет? Живет. Дочка. Птенцом подобрала. Я, пожалуй, ее вынесу во двор. Чай не привыкли к лучине. А, Фома Кузьмич. Отпусти. В голодухе. Отпусти. Приказчик. Не погуби. Ваше, сам знаешь, заезд во как лошадетку-то, ее-то хоть один живот и есть. Знаю я вас, вся ваша слобода такая, вор на воре. Да отпусти ты! Говорят, нельзя, я тоже человек подневольный, с меня взыщут. Балуй. Душегубец, пей христианскую кровь. Тебе говорю, тебе азиат. Да пьян ты, что ли, ругаться вздумал? Кровопийца. Куда сошел? Не на твоей ли пьян, душегубец окаянный? Зверь, зверь, зверь! Да я тебя... Мне что, все едино пропадать? Куда я без лошади-то пойду? Пришиби один конец. Что с голоду, что так, все едино. Но до тебя доберемся, погоди! На, бей, бей, бей! Молчать! Не стану я молчать! Полно, полно, Фома, оставь его, бог с ним. Зверь, зверь, погиби на тебя эту. Ну, постой, недолго тебе царствовать. Затяну тебе глотку. Полно, Фома, оставь его. Ну! Ой, пусти. Я, пожалуй, провожу вас, барин. Зверь.
Фома Кузьмич, приказчик, отпусти. Отпусти. Круто, того, как приходится. Ей-богу, с голодухи. Детки пищат, сам знаешь. Детки пищат? А у меня? У меня не детки пищат, а? Посмотри, а? Это не детки, а? Разорены. Разорены, говоришь? А если бы все, как ты, довели бы лес до пней и засухи, а зверьё до погибели? Убирайся к черту со своей клячей! Убирайся!
Thank you.
Ah!
Mm-hmm.
папочка. Le vrai Cerber. И ничем его не возьмешь, не прошибешь. Но почему же все-таки Бирюк? Чужой он всем. Лютый зверь лесной. А как с лесом? Продаете все-таки? Да, решено и подписано. Придется пройти через это. И продавать надо не мешкая. C'est dommage. Mais, venons à notre fête. Voulez-vous que je continue mon histoire? Mais oui, sir. Vous en avez conté une bien bonne sur la vie de Blaženne Andrei. Et après. Et après, Blaženne Andrei.
что nous venons de nous séparer. Toute une histoire. Charmant. Mais pour tout dire, après la fête, adieu le sien. Georges, tu seras un maître d'hôtel. Да-да, конечно. Вот это и есть наш всегдашний бивак для пикников по-деревенски. Я petit, embrasse ton père. О, il se plaisantait, le drôle. Et l'adieu bon. Catherine, il ne manquait que cela. Vous manquez de moi? И все-таки я не продавала бы такой лес. К сожалению, дорогая кузина, уже решено. Ждем на днях покупателей. Жаль, жаль. Ну, а куда же берег ваш? Ах, какая разница, до него ли сейчас? Ты знаешь, как подумаю, что не сегодня, а завтра все это срубят, превратят в Девушки у колодцев набирают воду в рот и должны донести ее, не пролив, до самого дома. Парни всячески мешают, отвлекают их, смешат. Готов, готов. Браво, это адмирабль, бис, фора, фора. Вы только подумайте. Elle est charmante, n'est-ce pas? От самого колодца и не пролила. Умница. Вот вы пирог. Oui, la mobilité, même Georges. Mais c'est trop. Faire un cadeau pareil, un garçon de cet âge. Ça n'est rien, net. Passons, je vous prie. Non, tu le gâtes. Ah, tu blagues. Et plus encore, ne manque pas cette occasion, compris? Ah oui, je ferai de mon mieux. Non, pas suffisant, mon cher. Il faut te mettre en quatre. Mais demain, pourquoi la grande date? Et qu'est-ce que tu vas faire à Moscou? Le plus triste, Annette, c'est que je ne veux pas partir. Mais il le faut. Et notre cher Georges, il ne parle que de toi. Vraiment? C'est vrai. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, mais il est bon comme nul autre. Et comment, notre fête champêtre? Magnifique. Ça ne laisse rien à désirer. Et vous? Oui, allez plutôt faire une bonne promenade. Mais seulement... Calmez-vous, nous ne serons pas tard. Mais Annette dit que votre passion est
Les jeux de hasard? Mais Annette, que voulez-vous? Pendant chère Annette, si vous distinguez l'as du neuf, vous êtes un joueur à l'homme perdu. Elle a peur de son ombre. Peut-être. Mais elle met son mari en brassière. Ah oui, mille pardons. Un instant. Ah, mais je pensais que vous diriez mieux. Si tu as changé de diplôme. Je ne rejouerai pas devant vous. Eh bien, elle a d'autres. Le bonheur en famille? Vous avez deviné? Mais c'est très simple pour une vieille devineresse. Vous? Une devineresse? C'est la belle demande. Eh, bravo. Tirez les cartes. Elle joue peut-être. Elle va pour si, mais pourquoi après? Mieux vaut bonne attente que mauvaise hâte. Vous allez bien, mais mieux vaut tard que jamais. Et puis, vous n'avez pas peur que je serai femme de mauvaise augure? Soit.